27,9 получила Ляйсан за упражнение с булавами. Она уступила только Тамаре Ерофеевой на сумму двух видов. У Тамары будет с этой потерей уже не чемпионской. Это скакалка. Позиция, составленная Дмитрием Бегаком. Ляйсан Утяшева известная выдумщица и рассказывает об этом во многих интервью. И в каждом упражнении она старается найти образ в предыдущем упражнении с скакалкой, к примеру. Она нашла образ змеи и воображала скакалку змеей. А вот в этой композиции она отыскала образ жар-птицы. Тренирует Ляйсан Утяшеву Алла Янина, известный московский тренер. В разные времена у нее были известные, достаточно сильные гимнастки. Например, когда выступала Амина Зарипова, у нее была Юлия Рослякова –